анонс и дата выхода второго сезона российского сериала «Отчим». В ноябре текущего года на Первом канале был показан драматический сериал «Отчим», снятый Сергеем Гинзбургом. Эта 16-серийная сага никого не оставила равнодушным. Зрители обсуждают в сети и детали сюжета, и игру актеров. Они переживают за судьбу главных героев, с замиранием сердца, следя за развитием сюжета. Сериал «Отчим» отправляет нас в прошлое, по сюжету на улице 1952 год, послевоенное время. Тогда в стране происходило очень много интересного, перестройка шла полным ходом. Сериал не является каким-то выпиской из истории, это просто выдуманная история, которая определенно будет нам всем интересна. Первый канал всегда славился подобными сериалами, однако выход продолжения в таких проектах маловероятен. Тем не менее, сценаристам есть куда разогнаться, поэтому есть все шансы увидеть второй сезон. А как считаете вы, нужно ли продолжение сериалу «Отчим»? Оставьте свой отзыв в комментариях. Думаю, зрители Первого канала уже привыкли к тому, что руководство редко продолжает свои сериалы. Однако сериал «Отчим» вполне заслуживает продолжения, ведь рейтинги первого сезона в свое время были одними из лучших. Тем не менее, пока все молчат. Существует неподтвержденная информация, что дата выхода «Отчим» второй сезон состоится осенью 2020 года. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки!